Да, привет, друзья. Интересная штука, не мог не показать. Тут вроде бы так, рутинные всякие такие дела. Даже, в принципе, думал, как бы ничего не хотел снимать. Но вот интересная оказалась штука. 12 мини. Даже вот распечатал полностью до конца. Посылочка у нас пришла из культурной столицы нашей родины. Это Санкт-Петербург. И да, распечатываю. И даже вот когда увидел вот такое, тоже у меня не вызвало никаких вообще подозрений и сомнений. Даже вот такая лихорадка невероятная вообще. Если на это смотреть, можно окосеть вообще. И да, открываю. 12 мини. Вроде бы да, новое устройство еще. Около флагманская вещь. И бац. Это китайский реф вообще невероятный. Тут скрижали. Тут печати. Тут вообще столько всяких маркировок непонятных. Батарейку я такую никогда не видел. Какая-то сисискеха. Это вообще непонятная, да, штука. Владелец ничего не написал про это. Телефончик пришел вроде бы по стандартной проблеме. Замена экрана, и бац, такой сюрприз. Ну да, владелец на самом деле это осознанно купил, это приобретение солишки. И на самом деле по функционалу, как он сказал, все работает прекрасно. Ну вот да, по экрану такая история произошла, может быть. Да, будем устанавливать хорошую копию, что хотел показать и как бы предостеречь. Да, уже начал впоследствии разглядывать коробку. Она, конечно же, вообще не родная. То есть тут внутри вот этот вот какой-то непонятный пластик идет, прямо такой дешевый. В оригинале там, конечно, стоит обращать внимание при покупке, конечно, на коробку. В оригинале здесь идет из такого, как бы, шершавого вот этого картона перерабатываемого, как его называет Apple. Ну вот да, это первый такой признак. Ну и, конечно же, вот, не знаю, вот в самом телефоне, тут, к сожалению, нет пароля, его и не спрашиваем. Но в самом телефоне наверняка есть сообщения, и они как бы как есть в истории обслуживания. Сейчас покажу. Да, на примере нашего вот. Опять же, 12 Pro, наш телефончик тестовый. На этом телефоне было заменено вообще все. В частности, дисплей, аккумулятор и, по-моему, камера. Ну вот камера в 12 серии не опознается. А в истории обслуживания можно посмотреть такие вещи, как... Так, напоминаю, да, это основные... об устройстве. И есть такой раздел «История деталей и обслуживания». И вот как раз-таки вот эти замененные элементы, то, что вот опять же здесь поменено на этом телефоне ни родная батарейка, ни родной экран, также в настройках этого телефона то же самое, такая же самая надпись. То есть это, да, такой момент, что при приобретении вот уже нужно быть аккуратным, что сейчас может появиться ревка. Бесполезны вот эти как средства, которые компьютер, это приложение известное FreeTools, то есть оно сейчас не покажет вот этих изменений. И если я подключу вот этот деланный, переделанный телефон, он будет показывать 100% рейтинг. Давайте глянем. Пока. Да, еще раз показываю на примере своем, потому как у нас нет здесь пароля от человеческого телефона. Так, и да, подключаю компу, выражаю доверие и... Прам-прам-пам-пам, сейчас появится инфа. Так, да, есть у нас information, и если мы зайдем показать отчет об устройстве, у нас здесь идет 100% рейтинг. Да, вот начиная там, я не помню, с какой-то линейки, как раз, ну да, наверное, с 12-ки, как раз вот эти все изменения в телефоне по батарейке, по камере, по экрану, они не отображаются, совершенно не фиксируются. И вот это получается такое обманчивое средство, ну, средство теста, да. То есть на это уже не стоит ориентироваться. На самом деле это давно, об этом уже говорили. Да, вот такая штука. Интересная. Так, это в сторону долой. Ну да, давайте заменим экранчик, это, собственно... Такая вещь, которую я уже также неоднократно показывал, это наша хорошая демократичная копия. Я думаю, что она лучше гораздо, чем вот эта штука, которая, ну, видимо, не выдержала удара. Ну да, здесь не срабатывает сенсор, и вот такие органические вообще загорания-возгорания. Ну да, ребят, на самом деле я вот что-то не припомню даже 11 серии восстановленной, чтобы мне попадались в руки, а здесь уже 12-ка. Это вот как-то вообще неожиданно, и выпала такая история, что я даже просто не ожидал этого вообще. Собран на самом деле неплохо, вроде бы, ну вот за исключением, да, что докрутил болт, вроде все на месте, все окей. Владелец спросил такую вещь, что можно ли на него сделать влагостойкость, ну конечно же нет. Я, естественно, сейчас поклею новую пыль и влагозащиту, но надеяться на нее можно только с точки зрения на таком устройстве, только с точки зрения не попадания пыли вовнутрь. По глазочкам здесь чисто, окейно, ну вообще как бы, вообще не ожидал, конечно, такого. Ревка, 12 мини. Так-то, честно сказать, любимый мой формат телефона, маленький, компактный, классный. Это единственный телефон в мире в таком форм-факторе, с такой производительностью, с таким процессором и с таким небольшим элементом питания. Только Apple может себе такую позволить вообще. Вообще вот, вообще. Так, подкидываем экран, проверяем. Так, да, подкидка экрана, собственно, процедура практически уже и завершена. Установил датчики, а функционал Truton пока на эти экраны не сможем перенести, не поддерживают они, хотя сам по себе экран очень хороший. Я думаю, что по изображению для пользователя, для владельца, ну, может быть, не знаю, вот про это не могу сказать, что это за экран. А, он еще и со стеклом даже, интересная штука. Ну и да, владелец спрашивал такую вещь, что оригинал ли экран. Ну тут, конечно же, нет, это не оригинал, он вот так вот весь разваливается, тут вот это вот все такое дело. Да, ну интересный экранчик на самом деле. Так, окей, он нам не пригодится. Здесь у нас все в порядке. Ну да, в данном случае демократичное восстановление, конечно, нет смысла никакого ставить оригинал на вот это вот рефовское произведение. Собственно, осталось нанести проклейку и закрыть. Так, ну да, собственно, вот и вся установка. Закрываем. На самом деле, как-то вот впечатления от этого рефа, ну, такие, довольно-таки положительные, по-честному.
Но проблема в том, что вот этот реф, это все-таки вообще в принципе не этот реф, а вообще реф в принципе по определению, это такая, конечно, рулетка. Из какого состояния телефон восстанавливают китайские люди, это, конечно же, до конца неизвестно. И пока вы это дело не купите и не попользуетесь какое-то, ну, может быть, даже продолжительное время, вы до конца не поймете, что с ним, есть ли какие-то проблемы по нему или нет. Визуально китайцы, конечно, могут вот эту вот картинку вот по красоте сделать, как бы они могут, да, наружно. Но как это будет служить в пользовании, там, в долгосрочке, тем более, сказать вообще нельзя. Ну, собственно, в этом и есть риск. Так, ну да, вот так по красоте. Давайте, да, сделаем защитное стеклышко в подарочек. Ну, я думаю, что эта вещь должна радовать прежде всего недорогой стоимостью. Наверняка это так и есть. Иначе это не имеет смысла. Так, клеим и отправляем по месту исхода. Рефочка, 12 мини, ё-моё. Так, да, ребят, парочку подарочков. Вот чехол классный, белый. Владелец сам себе такой не купит, а в подарок будет рад. И хорошее стекло. Да, вот все думаю, рассуждаю. Наверняка вот этот как-то кидаться искать даже нет смысла, потому что и так-то аппарат не массовый. А тут еще плюс, считайте, должна быть какая-то с ним история в мире произойти. Этот аппарат должен попасть китайским людям, и они его должны восстановить. То есть я думаю, что такие восстановленные аппараты — это крайне не массовая вообще, это точечная какая-то история. Ну и вот да, человек нашел себе такую историю. Я думаю, что, конечно же, это было сделано сознательно. И никакого обмана здесь не было в этой истории. Но вот как бы интересность истории в том, что нужно быть всегда внимательным и аккуратным. Больше знаешь, меньше платишь. Меньше платишь, получается, что меньше тратишь. Меньше тратишь, меньше надо тратить время на зарабатывание. Как есть такое понятие, что деньги — это эквивалент свободного времени. Вот такое вот понимание должно быть. Но их надо поюзать, понимаешь? С ними наверняка что-то не то. Их нам отправили без спроса на замену батарейки. Я отказал в этой процедуре. И нам их оставили. Ну, как оставили? За 2000 рублей, но оставили. Их надо поюзать, да. Послушать музло хотя бы минут 30. Поюзай, да. Ну, ты знаешь, мы тут вообще из разряда староверов, это к Саше не относится, которые вот эти сенсорные технологии на наушниках вообще не приемлют. Поэтому нам это не важно. Нам бы лишь бы звук был и батарейка держалась. Понимаешь? Это вам там надо нажимать на наушники кнопку. Не, мы не понимаем этого. Мы люди старой веры. Ну, как бы не было такого, что пишет человеку: здравствуйте, а у меня вот не работает сенс на наушники. Я прям не могу пользоваться, аж спать не могу. Вы можете мне отремонтировать сенсор? Все обычно пишут: батарейку не держит, звук не пишет, и все. Как я это называю? Основной функционал. Остальное все мишура. Так, вот так вот, по красоте, я считаю, за недорого и круто, как изначально. Ну, кстати говоря, да, владелец, если, а он наверняка будет нас смотреть, пусть оставит, может быть, ссылочку в описании на этого продавца, но еще раз предупреждаю, ребята, это не... Вот этот аппарат не делает статистики по рефам. Статистику по рефам делают вот как раз-таки всякие адские случаи, когда китайские люди восстанавливают вообще там, что называется, из какашек и палок, и вам это продают, и вы потом этим делом пользуетесь и страдаете вообще. Здесь у человека, да, нареканий по функционалу не было. Более того, он сказал такую вещь, что перешел с SE 2020 на вот эту миничку, по, я, видимо, он выбирал по форм-фактору, то есть такой же размер, даже большая площадь полезного экрана, и его очень порадовал все-таки функционал Face ID. После кнопки, после Touch ID, ему это очень понравилось. Так, владельцу еще раз привет, отправляем по месту исхода, ну а всем, как говорится, пока, что, на этом все, всем привет и всего.